Всем привет! Меня зовут Александр, и сегодня я вам расскажу о новинке от компании Rapala. Это суперудобные, мега надежные коробки для хранения приманок. Именно сейчас Rapala представляет новую систему хранения снастей RapStack, имеющим кучу классных функций. Так что давайте просто пройдемся по новинкам. Новые модели выполнены из современного прочного пластика. Они не боятся ни жары, ни холода. Они не плавятся от приманок. Они не боятся перегруза. Если вы в одно отделение наложите тяжелый грузов, в другое приманки, они не развалятся на ходу. Я думаю, все водомоторники со мной согласятся, что когда приманки в коробках лежат на полу в лодке, чаще всего страдают сами коробки. То есть то на ступе, то на тряске разлетится что-то. И коробки выполнены из очень крепкого пластика, они этого не боятся. Торцевые кромки и перегородки коробок сделаны по технологии Ridge Plit, что придает дополнительную жесткость всей конструкции и исключает перекос коробки. Продуманная система разделителей внутреннего пространства позволяет расположить в легком доступе твердые и мягкие приманки, а также любые другие оснастки соответствующих габаритов. Стильный темно-серый цвет позволяет нам совершенно спокойно смотреть внутрь коробки и определить, какая именно нам нужна. Они есть разных моделей, есть с одной перегородкой, для того, чтобы сюда навалить, например, приманки без крючков, которые будут в процессе рыбалки оснащаться. И есть коробки с перегородками, где мы оснащаем и укладываем приманки уже с крючками. Отдельно по видовому составу, предположим, чтобы не путаться. То есть здесь идут у нас угри, здесь у нас идут шеды, здесь идут какие-то еще другие приманки. Это очень удобно. И, взяв коробку, мы совершенно спокойно сквозь нее видим, та ли это коробка или нет. Есть очень оригинальная коробка, мне она очень понравилась. Это коробка для хранения блесен. Сюда можно вешать как вертушки, так и пилькеры или другие блесна. Можно использовать и под воблера, но я считаю, что будет самое оптимальное именно под блесна. В процессе ловли вы открыли, они не перепутаны, крючки не зацеплены друг за друга. Очень удобно, взяли нужную, половили. После рыбалки обратно ставили, закрыли, убрали. В этом размере у нас есть две коробки. Вот с таким держателем и, соответственно, со стандартными перегородками. В комплекте идут перегородки, вы распределяете их так, как вам надо под количество ваших воблеров, чтобы не путалось. Что немаловажно, коробки имеют одинаковый размер габаритный по ширине и длине, но разный размер по толщине. Это очень удобно, когда вы храните все коробки в одном отделении или в одном ящике. Вот эта коробка у меня специально сделана под крупные воблера. Каждый находится в своем отделении, они друг друга не царапают, не бьют. И совершенно спокойно при рыбалке вы открыли, взяли нужный, убрали. Что немаловажно, коробка открывается одной рукой. То есть легким движением руки защелка открывается. Благодаря разнообразию размеров и назначения коробочек, каждый рыболов сможет подобрать то, что нужно именно ему, и пользоваться, и получать от этого и эстетическое, и моральное удовлетворение.